Раз, два, три, четыре, пять. Начинать. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казуко Фэмили. Я, короче, не знал, как пройти эту херню. Вот эту. С крудением этого речишка, блять. Короче, всем приятного просмотра. Короче, смотрите, какую херню надо замутить. Надо сделать вот так. Давай, открывай. Подожди. Ну. Открывай дверь, бля. Ну. Ты будешь открываться? Наконец-то, бля. У нас получилось, мать его, так. Это что такое? Какая-то херобора. Хлоп. Да, нифига не красота. Здесь красиво, как в саду. Ты считаешь, что это красиво? У меня другое представление сада, ну да ладно. Раз. Эй! Два. Три. Четыре. Пять. А вот шесть, и наши летающие гости. Семь. Воу. Твою мать. Ребятки, дайте на вас сфокусироваться, пожалуйста, а? Кто еще? Твою мать, а как дальше-то? Стоп. Да, подожди-ка секундочку. Это куда, наверх или куда? Так. Они сфокусировались, нет? А как на верхнем-то сфокусировалось? Подожди. Ну! Блять! Что тихо. Это там внизу? Лифт? Это что такое? Где внизу? Лифт? Вот это лифт? Подожди. Вау! Что это такое? Подожди. Это двери. Что-то подобие дверей. Ну? Я в натуре на лифт похожа, нихера себе. Чить? Подожди. А сколько активаций-то? Подожди. Одна активация, блин. Ну. Раз. Два. Допустим, куда это лифт приведет? Стоп. Что-то я ни хрена не понял, подожди. Что-то случилось. А что это вопрос просто? Подожди. Что произошло? Бля, в натуре я запутался. И чё? Не понял нифига.
А куда нас это должно привести, я не пойму. Подожди-ка. Может одновременно надо нажать? Стоп. И чё? А, понятно, лифт должен поехать. Лифт, работай, мать его, так. Ты собираешься работать, нет? Он еще поедет? Воу. Вроде поехал. На-ра-ра-ра-ра-ра. Мы едем в далекие края, да? А, как не вовремя. Воу. Ребят, я вас не... Я вас не заметил. А где еще? Все? Огненный дракон пылает в унисон. Если я еще знал, какой унисон, да ладно. Так, стоп. У нас тоже тут двери. Опять. Стоп, а там что? Но тут тупик. Стоп, это что такое? Это не рушится, нет? Это снова двери. Это снова двери пришли. Так, а что дальше делать? Непонятно. Чё? А, понятно. Чудики. Фотолики, вот он Kombat. Ты офигел? Mortal Kombat. Mortal Kombat. Поднять? Ого, какая здоровенная пушка. Эй! Ты охренел? Ты чё, нахер? Вася! Вася, вы охренели, Вася? Ну, подожди. Ну, чё я там открыл? Заиграла интригующая музыка. Ты знаешь, что будет, если опутать что-то там, что-то где-то без привета. Так, подожди, я не пойму. Нам прям надо в точку попасть. Опа! Идыщ, да? Ты приближаешься, Аюми. Это последние аванпосты. За ними начинаются доки. Зера, все еще там? Но, кажется, небесные стражи собирают силы. Они к чему-то готовятся. Это из-за меня? Не знаю, но это было бы странно. Загадочные существа. О. Что же вы замышляете? Загадочные существа. Опа. Так. Ого, сколько вас тут, блядь. Ай. Ой, больно как. Подожди. Мау. Вау.
Вау. Говорит там. Подожди, а как? Во. Открыть нужно вратоват. Откроем. Чё не открыть-то? Так, подожди. Погнали. А чё? Чё так быстро? Это не игра, блин. И правда, кажется, зашевелились. Ай! Больно. Ой, кажется, рванёт. Я тоже могу стрелять противнее. Подожди. Вау. А вы такого не ждали, да? Фаталити, сучки. Загребайте ручки. Так, подожди. А я хочу эти... приколюхи собрать. Раз. Два. Так, а где еще приколюхи? Подожди, это не приколюхи, да? Я собираю приколюхи, чтобы отдать его всем. Так, подожди. Оп. 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 Нам надо уже быстрее игру пройти, чтобы не мучиться уже. Я уже от этой игры немножко подустал. Нихера себе, это чё такое? Это чё за Рэмбо? Рэмбо! Рэмбо! Так, хлоп. Алло. Блин, вот честно, вроде бы в игре есть какие-то интересные моменты, но с другой стороны, блин, настолько все затянуто, настолько все банально. То есть игра неплохая. Но что-то... Это энергетическая установка. Они отключили ее, чтобы заблокировать дверь. Соединить. Твоя магия порядка поможет активировать ее. Твоя магия порядка поможет активировать ее, блядь. Дверь. А как мне в них ебануть? Опа! Оп! Подожди. Мальчик, иди сюда, рыцарь круглого стола. Шо там? Ты куда там потерялся? Иди сюда, блядь. Ты... рыцарек. Рыцарь. Куда ты, блядь, прячешься? Иди сюда. Еблан. Чё ты там допизделся? Тебе что-то не нравится? Да я тебя сейчас... Оу. В смысле соединить? Блин. В смысле, блядь, соединить? Блядь, как я их соединю, блядь? Одно со второй, что ли, или с третьим, блядь? Да нахуй пошел! В смысле, парные? А чё, они не парные, блядь, были, что ли? Ну чё, блядь? Ну где? Нахуй пошел? Они получают энергию прямо от кораллов. Поразительно. Кораллы удерживают в воздухе их города, дают им энергию. Интересно, едят они те же самые кораллы? Это бы объясняло, почему они и похожи на них. Блять. Конечно, они не похожи. Они рыцари. Их корабли. Кажется, внутри никого нет. Интересно, ими управляют пилоты или они летают сами? Ты такая любознательная. Знаешь, есть такая фраза Аюми. Любопытная варваре на базаре нос оторвали, прикинь.
Так, подожди, а куда нам топать? Куда? Сюды? Ага. Energy drink у нас просто. Бля, такое чувство, что вот нам неспроста вот эти дали фишки. Да что за фигня, блин? Блять, понятно, подожди. Давай. Ну. Давай, ну. Топай. И. О нет, откуда он здесь? И бежать-то некуда. В смысле некуда? Почему сразу некуда? На лифт надо бежать, блядь, подожди. Да стоп, блядь. Блядь, время перемотать надо было. Сука. Подожди. А почему я с этого момента начинаю? Ну да ладно. Короче, я понял, в лифт надо сваливать. Убежать от этой твари, похуй. Сейчас, подожди. Сейчас сделаем. Так, подожди. Ненавижу я эту тварь за скриптованную. Реально ненавижу, блядь. Так, подожди. Давай, погнали. Давай, бежи ты уже сюда. Ну, блядь. Ну, давай, блядь. Убегаем. Так, давай. Погнали. О нет, откуда он здесь? И бежать-то некуда. Подожди, блядь, некуда. Бежим нахуй. Ой, блядь! Сука! Ну чё я сорвался, блядь, с лифта? Пиздец, блядь. Совпадение, не совпадение. Блядь, вот надо так лохануться, а? Вроде обычная ситуация. Но, блядь, нужна внимательность в этой ситуации. Так, погнали. Можно вот так отмотать, давай. Давай. Пошел в жопу. Так, дубль. Ладно, будем без дублей. Погнали. Ну. О нет, откуда он здесь? И бежать-то некуда. Я понял. Санскриптонная тварь, блять. Блять, быстрей! Тихо, да. Тихо. Что, да? Ты сорвалась, как тупая. Я б сказал. Да цензура запрещает говорить. Да, у меня получилось, блять, получилось, почти получилось. Я надеюсь, больше этой твари не будет. Меня уже бесит вот это выполнение фигамотина, блять. Да, у меня получилось. Давай. Давай. Нафиг пошел. Черт. Ну. О нет. Откуда он здесь? И бежать-то некуда. Да я в курсе. Давай, подожди. Ты тупая дура, как ты могла перепрыгнуть? То она перескакивает, то она не, блядь, не перепрыгивает, блёк, муху.
тупая Аюми, блин. Серьезно? Ее лифт убил? Господи, полиэтиленовая, ее лифт убил. Вы понимаете, Карл? Она будто не охотница за сокровищами, она будто школьница. И я не могу пройти момент, меня убивает лифт и этот карликовый мент, блять, какой-то. Так, сейчас пройду. Давай отсюда. Ну, давай. Думли куча надо делать просто. Давай. О нет, откуда он здесь? И бежать-то некуда. Бежать-то некуда, ну да, блядь, некуда. Наконец-то. Да. Ну да, я его наебала. Так, чтобы активировать, в каком плане? Да... Может, вы помрете? Нет, товарищи. За порядок, блядь. Да умришь ты, а? Бля, их два, что ли, было? Ты кто, блядь? Типа я возьму гранатомет? И чё? Какого? Лешего. А куда топать? Подожди. Чего, блядь? Мне нужно уничтожить эту... Блядь, серьезно, корабли, ребята? Вы серьезно, блядь? Подожди. Нахер пошел? Смотри, сука, блядь, прячется нахуй. Знаешь, что Туби пизда бывает, да? Туби пизда. Тут хуй пёздый. Стоп, где еще? Я вижу тебя. Чего, блядь, ты вниз полетел, крылатая мухосрань? Тут ты посмотри, сука. Ты посмотри на эту мухосрань, а? Блядь, сколько этой мухосрани будет? Объясни, пожалуйста. Много? Или много говна не бывает? И куда дальше? Так, я вижу лифт. Ой, подожди. Надо было два лифта активировать или сколько? Ребята меня путают, я могу запутаться. Я уже нашел более десятка алтарей. Каждый раз чувствую, как алтарь наполняет меня силой и с жадностью ищу следующий. Я бы уже давно погиб, если бы не они. Но я все еще боюсь их. Сегодня я встретил людей. Из разговора я с удивлением понял, что они никогда не слышали об алтарях. Значит, алтари принимают не каждого.
Это открытие потрясло меня. Интересно, что же является критерием? И почему именно я? Почему именно я? Ладно. Твой друг на корабле. Поспеши, они собираются улетать. Друг? Они просто тянули время. Нужно скорее найти Зеру. Да, подожди. Мы активировали лифты. Стоп, а где мы лифты активировали? Вопрос. Твою мать. А кто, кстати, этого Васю защищает? А? Его сфера защищает, да? Да что за лазер, блядь? Что это за... Devil May Cry? Чего? Это тот самый корабль? Да, Зера внутри. Если они улетят, я в жизни их не найду. Подожди. Воу. Ладно. Чего? Ты серьезно? Подожди. Ты японский бог, ты помрешь, нет? Ты, блядь, черт, поганый. Они делают все, чтобы меня задержать. Не к добру все это. О, точно не к добру. Черт, помри уже, а? Ага. Ну, блин. Вот и все, наверное, да? Так, подожди, а куда тогда топать? Подожди, топать куда-то. Сюда, так? Или куда? Стоп, мне показывают куда-то туда. А, лифт. Точно. Давай, лифт. Ну чё он такой медлительный лифт? Капец. Серьезно, лифт, ты так и будешь плыть? Лифт, давай быстрее. Чего? А, это замедление, что? Вася, вы чё? Офигели? Вася. Не может, что ли, эта штука лететь быстрее? Быстрее же. Согласен, эта штука просто жопа. А ну в сторону, не стойте на моем пути. А ну в сторону, не стойте на моем пути, товарищи. Вы слишком меня задерживаете, сволочи. А как мне теперь? Аюми, вытащи меня отсюда! Чёртовы монстры, верните мне мой меч, я выпущу вам кишки! Ну же, Аюми, отключи эти штуки. Это прямо за тобой, наверху этого здания. Я видел там что-то вроде генераторов. Быстрее, жестянки скоро вернутся. Наверху? Кажется, устройства соединены между собой. Попробуй в этом разобраться. Небесные стражи черпают силу из этих деревьев порядка. Это источник их энергии. И чё вы от меня хотите? Чё я должен сделать? Вопрос.
Я ж ничего не изменил. Наверное. А! Подожди. Тихо. Где первое дерево? Подожди, или вы мне хотите, чтобы эти деревья... Нет, эти деревья я не смогу ничего с ними сделать, да? От слова совсем. Чего? Подожди, а выше можно подняться? Выше. Стоп. Могу. Стоп. Тихо. Ай, я упал. Подожди-ка. С какой стороны можно забраться? Вопрос. Блять, с какой-то стороны можно забраться. А не пойму с какой. Тихо. Тихо, а что с ними? Уничтожить их нужно? Или нет? Подожди. Подожди, нет, не уничтожить. Их нужно соединять. И как? И как я, по-вашему, должен их соединить, блядь? Тихо, как? Подожди. Подожди, энергия идет отсюда. Отсюда. Туда. Блять, куда? Ну, получилось, нет? Точнее... Я не могу понять, подожди, как это все работает. А, как это все дерьмо соединить? А, все, понял, подожди. Или нет? Блять. Ну, допустим. Блять, два. Ну? Соединяются же две энергии, разве нет?
смысле, блядь? Бля, ну это геморрой. А как тогда? Ну это как мне вот эту энергию соединить? Вопрос. Она же только в эту сторону идет. Или в какую? О, подожди. Все. Работает? Подожди. Или нет? Должно работать. Тихо. В смысле не работает? Алло. А чё с деревом-то делать, алё? Не, ну ребят, это в натуре геморрой, ну чё за херня? Как это проходить? Вот в натуре играешь-играешь такие игрульки? Вот. И не понимаешь потом, чё, блядь, делать тебе. Вот в натуре. Так, подожди. Так, подожди-ка. Так, подожди. Блин. Да ёб... Блять. Мне надо видео сохранять, да ё-моё, вы серьёзно? Обосраться. Сейчас. Бля, у меня почему-то перелистывает на первое видео. Это обосраться просто. Так, сейчас. Короче, я не знаю, как эту соединять в хуетень. Вот серьезно не знаю. Так. Бля, почему у меня два видео сохранено? А, нет, это не то. Пальто. Блин. Сейчас. Так, вот он. Они, точнее, вот эту херню всю соединять надо. Так, а как наверх я попадал? Подожди. Было еще так просто наверх попасть. Блин.
Ну тут же сколько? Одно осталось, и понятно. Подожди. А какую надо соединить тогда сюда? Энергию. Хорошо, если это соединяется с этой энергией. Не понял. А с как... Бля, они издеваются, а как я их должен соединить? Почему последние не соединяются? Подожди. Блять, серьезно? Ну какого хрена? Серьезно, какого хрена? Как эту головоломку решать, блять? Как эти узлы соединить, блядь, ебучие? Подожди, а этот узел почему-то соединяется с этим, потом идет вот этот. Ну, допустим. А этот не надо соединять, получается, так или надо? Что ни хера не пойму. Этот должен соединяться. Ну. А какой из каких не соединен? Последний? Вот у меня аж телефон упал нахер. Куда эта энергия пропадает? Вопрос. Ну? Какую энергию? Я же в эту пытаюсь попасть. Ну? Да в смысле, ты не в ту попадаешь, блядь. А в какую надо попасть? В эту центральную, что ли? Он же не попадет в центральную. А в какую энергию его перенаправить вообще надо, блядь? В смысле? А в какую энергию надо попасть? Алло. То есть ты хочешь сказать, что вот так? Хорошо, давай пойдем вот этим путем. Ну и чё? А дальше? Он меня возвращает почему-то в ту сторону. Так, подожди, хотя... Вроде бы нет. И дальше чё? Ну? Ну а дальше чё? Ну как эта залупа работает, я не пойму. Вопрос. Как эта залупа работает? Вопрос, как? Блять, вы издеваетесь? Вот серьезно, это не смешно.
И как это все работает, блядь, я не пойму. Ну как это все работает? Объясните мне, пожалуйста, дураку. Куда эта энергия ползет? Я не пойму. Как ее соединять, эту энергию, блядь, ебучую?